Доброе утро, всем привет, друзья! Сегодня суббота, 2 июля. Скоро свадьба, меня вообще... Мне такой страх сжимает, как подумаю, мне так страшно. А чего боюсь, не знаю. Как всех накормить, как всех уложить, как всех встретить. Очень страшно. Ну ладно. Сегодня хочу убраться. Прям капитально выгрести. Думала, пораньше встану, часов 6, и уберусь. И проспала до 6:30. Вообще сенсация. Зато так выспалась, ужас. Сергей поехал к пчелкам. Говорю, поснимай там немножко природу пчелок. Ну, там добавлять ему надо. Короче, пчеловодческие дела. Маша у меня у бабушки. Ночевать ушла вчера, ночует там. Не зову ее уж сегодня убираться. Она мне постоянно прошлые выходные полы мыла. Я тут на кухне, она пол моет. И смотрю, она, ребята, аж осунулась. Вот до такого уставшая. Похудела на 2 килограмма. Вот эти экзамены, эти соревнования, эти вот все, нервы, наверное. Вот осунулась прям. Думаю, ну пусть идет к бабушке. Пока она там сейчас поспит до обеда, я... уберусь. Вот. А после обеда все же таки хотим, если ничего не поменяется, хотим почистить бассейн. Потому что у нас идет тепло. 25-26 смотрим впереди. Нужно помыть, набрать его и пусть греется. Вот. Сейчас покажу, друзья. Маше друг подарил цветочки. Дружит уже, чё, господи, 16 лет будет. Подарил Саше ей цветочки. За хорошее окончание. Ну и вообще за окончание 9 классов. За соревнования. Вот. Сегодня, может быть, он придет тоже помогать чистить бассейн. А на ужин мы их угостим шашлычком. Шашлычок замочили. Вот, чтобы ничего не готовить, не бегать. Ну вот, все, друзья, у меня вон гора посуды, все, вот накормила цыплят, все, Сергея проводила, кушать дала с собой. Все, гора, начинаю чистить. У меня на обед опять не кусочечка хлеба. Все сложила Сергею, уехал, он там обедать будет. Вот уже хлеб подходит. И мне так захотелось лепешечки. Такой вот простой, с молоком, с вареньем. Сейчас 2 лепешки отсюда заберу. Раскатаю. Фекс. А вот с этого калачик сделаю. Одна булочка сегодня будет. Все, кухню перечистила. Сейчас пойду пыль протирать в других окнах. Ой, в других комнатах. Вот так. Калач такой сегодня будет. А это прям сейчас я прямо вот не знаю. Хожу, смотрю, смотрю на это тесто. Надо, 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 надо испечь. Нажарила я себе лепешек. 2 аж. Решила кофе попить. Чуть молока маловато, а корова вот только вечером подоится. Сыр себе адыгейский даже отрезала. Пожрать так пожрать, да? Ой-ой-ой, время к обеду, потому что... уже кушать хочется. А, попью чай. Что-то потемнело, да? Попью чаек с сыром. И можно еще терпеть до обеда. Ой, до вечера. Убираться. Прям душу отвела. Вот так мне надо раскрыть всегда. Сыров. А, не досолила.
Хлеб не досолила. Нормально. Соль — это белая смерть, как говорила Гурченко. Вкусненько. Сергей заказал, так, дня 3 назад мелкого карасика. Он любит карасей вообще. Особенно мелких. Особенно мелких, ну а то все крупные да крупные. Вот ему сегодня приперли карасиков. Да много приперли. Пришлось сходить к тете Вале, к соседке, отдать чашечку на пирог. Очень много привезли. Вот сидим, по очереди чистим. Я поехала Машу на тренировку, повезла. Сергей чистит. Так что сегодня хотели шашлык, у нас замоченный стоит, но не будем. Завтра. Завтра уж шашлычок на пожарим обед. На обед. И бассейн не стали чистить. Что-то у нас дождишко мочил, тучи налетели. Блин, не знаю, как его почистить, когда? Надо взяться просто. Просто взяться. Не можем все настроиться. Все, ждем то того помочь, то того. Семен придет. Но... Вдвоем взяться и почистить. И набрать уже надо. Да. Давай сегодня почистим. Давай посмотрим. Нет, я сейчас... А, сейчас еще надо на этих пчелок посмотреть, съездить на доме. Съездим, а потом посмотрим, ладно? Ну. Здесь все почистим. Вроде туч налетели. Пошел дождь. И нифига. И решил не идти. Ну, ой, сколько ягод. Усы хожу, дергаю. Смотрите. Усыпано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это ягод. У нас так ни разу не было. Ни разу не было, да. У нас столько ягод, чтобы... Все... Только я сказала, если вымерзнет, все нафиг выдеру, выкопаю. Испугалась. Вот так. Вон. Красненькая. Розовенькая. Все полоть надо. Начинать сначала. О, какая! И усик. Вы мне пишете, уже варенье все наварили, а у нас вот одну только ягодку и съели. Ой, в Белоруссии наварили. В Новосибирске даже. Да, у них жара, что у нас. Рада, по идее. Да. Ой, я же хотела сейчас это крылечко на бане вон покрасить, пропитать. И дверь. Лаком хотела пропитать. Порядки надо наводить уже. К свадьбе готовить. К свадьбе, да. Ох, люблю карасика. Такого. Как семечки. Угу. Если вкусный был, то еще... Может ведь и пахнуть он тиной. Да нет, в этом дело, что он просто бывает вкусный. Карагайки у нас очень вкусный карась. А это с Гнилого озера карась. Не знаю, что будет. А раньше такой самый вкусный в округе был на Гнилом озере карась. Он был желтый. А это уже гибрид какой-то. Ну, золотистый, помню, вкусный. Но, а этот не знаю, что будет. А я не могу чистить, пока рыба живая. Вот не могу, мне ее жалко. Когда сдохнет, вот я чищу. Когда уже запах пойдет. На протуку. Все, ладно, повезла я Марью Сергеевну. Мы уже приехали к пчелкам. Дымарь разводим. Вот тоже вам, может, пчеловоды смотрят, лайфхак. Вот из-под яиц в дымарь. Накладываешь, и они дымят. Раньше то искать приходилось там гнилушку какую-нибудь.
А сейчас вот шикарно. Будем смотреть пчелок. Два улика у нас тут. Вон они. Только не драться со мной. Это рой поймал Сергей. Домой привез. Рыбу посолила, пусть солится, а мы пока тут поработаем. Дымарь. Быстрее. Еще. Сверху прям снимай. Ой-ой-ой. Сейчас они мне подвалят. Уходи. Вот смотрит Сергей рой. Поймал. Ну, ты с маткой поймал его, да? Не знаю. Вот сейчас посмотрит, есть ли матка, плодная ли она, сеет ли она. О-о-о, сейчас я поближе сниму. Смотрите. А? Отходи подальше, моя. Ты если что, дыми меня. У меня тоже есть костюм. Ну, ну, таскают мёд вовсю. Да? Вот плодная матка. Сеет уже. Плодная матка сеет. О, Господи. Кто тут у нас маслы грызет? Хрустит. Бурушка. Сергей одел очки и внимательно-внимательно смотрит. Сеет ли матка? Вот, друзья, на паровоз заехали. Полные мусорки. Никто не хочет убираться. Мама с папой посадили вот цветочки, ухаживают, поливают. Посмотрите, что творят люди у нас. Раскидывают щебень. Вот. Топчут цветы. Не то, что не помочь. А наоборот, гадят. Стекла. Посмотрите, на паровозе выбили стекла. Уже сколько раз отец вставлял? Вообще бесполезно. Что за люди у нас вообще, я не знаю. Вырывают, топчут. Гадят.
Все это вот родители сами делали, красили, восстанавливали для людей, чтобы все гордились, радовались. Все раскидано. Свинарник. Здравствуйте. Мне. Здравствуйте. Нам нужен. Ну, а тут вообще ничего не дает расти. Все дерут. Друзья, нажарила я рыбки. У нас еще не заканчивается день. Сергей стригет лужайку, газончик. Я сейчас пойду поливать, сейчас покушаем. Хочу вам показать. Я думала, рыба это никогда не кончится. Жарю, 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 жарю. Пожарила рыбки вкусненько. Салатик сделала. Садимся кушать. Но на сегодня я все, наверное, думаю. Иначе длинное-предлинное видео получится. Вот слышите, Сергей газонокосилку завел. Вот. Буду прощаться с вами до завтра. До свидания. Всего хорошего. Всем удачи. Пока.